Батареева Константина Александровича и Стародубского Дмитрия Алексеевича за мужество и героизм, проявленные в операциях по противодействию международному терроризму, медалью за заслуги в борьбе с международным терроризмом. Как вы думаете, что главное в работе журналиста? Наверное, самое главное – домой приехать целым и невредимым. Вот самое главное, как показывает практика. Но не всем удается, вот мы вернулись. Можете ли вы дать несколько советов, что нужно делать в горячих точках? В горячих точках? Главное не терять, конечно, чувство страха, не быть безрассудным. Ну и всегда помнить о том, что тебя дома ждут. Это всегда важнее любого репортажа на самом деле. Какие навыки самые главные в работе журналиста? Скорее всего, надо пройти армию.